Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля и продолжение интервью с пастором Раджи с солнечного острова Цейлон. Между призванием, решением, да, стать служителем и реальным становлением, да, то есть когда вы реально берете на себя эту ответственность, достаточно большая разница. Он получил призвание, он принял решение быть пастором. Как это произошло? Я когда приехал в Шри-Ланку, а я уехал как буддийским человеком, приехал христианин, но я только знаю буддийский храм и католический храм. Одного пастора я просто не знаю здесь. Но потом, когда я в Москве был один раз в последнее время, когда Бог мне сказал, иди уезжай домой и начинай домашнюю группу. Вот так мне сказали. И после этого домашней группы я начинал, дома был, потом я молился, Господи, какой город я должен работать? И потом я молился. А через 20 лет один друг я видел. Был он, когда мне было 17 лет, это время мы дружили. А после этого 20 лет я его не видел. А когда я приехал в Шри-Ланку, этот человек меня встретил, видел. Он был в Веннапу город, здесь город. И потом я туда приехал. И Бог мне сказал, твоя слушай, не будет в Веннапу здесь. И тогда я взял, у меня, конечно, в автобусе приехал, прийти тоже деньги не было. Ну, как 150 рублей я брата взял и приехал сюда. Взял Библию. И пошел по домам. Да, здесь, да. И проповедовал. И когда люди больные были, я молился, и люди упали. И нечистый дух ушел. Уходил нечистый дух, и люди свободно стали. И после этого люди хотели со мной контакт строить. Потом я раньше занимался здесь. Вот такой образ начинал расти церковь. Конечно, начало трудно, потому что финанс не был. Транспорт не был. Я только один. Я по домам ходил, Евангелие проповедовал. Но это я Иисусом только начинал это дело. Он мне помогал это делать.